узкая кайма с уголками. Вот схема этой каймы. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Каемочка очень простенькая, и я вам ее покажу вот без плотного края, где тут 4 ряда столбиков без накида, просто на цепочке. Раппорт этой каемочки всего 4 петли. Я вот набрала 13, но сейчас замечу вот 11 петлю, замечу. Считаем, что это столбики. 3 воздушных петли делаю. 1, 2, 3. И столбик с накидом в отмеченную петельку. Теперь делаю 3 воздушных петли. И на только что связанном столбике вяжу 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь пропускаю 3 петли или 3 столбика и вяжу еще один столбик с одним накидом. 3 воздушных петли и на только что связанном столбике 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. И столбик основания следующего раппорта также пропускаю 3 воздушных петли, 3 петли подъема, 1, 2, 3, 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. И чтобы все это закончить, столбик с накидом, вот пропустив одну петлю или один столбик. Вот так, такая простенькая каемочка. Покажу вам большой образец. Вот этот образец я сделала на плотном краешке. Такая вот кайма. Очень простая и позволяющая, вот если не вязать, как на схеме, там 4 ряда столбиками без накида, а, допустим, связать ряд столбиков без накида и расположить ее можно вот как хотите. То есть вот если это горловина изделия, можно расположить так. Или даже вот, вот так вот внутрь. Но это, естественно, не обвязывая вот столбиками. То есть ложится она вот как вы хотите. Очень простенькая. Для отделки изделий, в общем-то, смотрится хорошо. И на рукавах, и по низу изделия такую каемочку можно пустить, если у вас, ну, что-то связанное, допустим, филейной сеткой, каким-то несложным узором, к детским шапочкам можно, в общем, куда угодно. Самая такая простенькая кайма. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петелек!